Здравствуйте, дорогие друзья, мои дорогие подписчики и все, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я вас угощаю вот такими вкусными кексами. Рецепт приготовления этих кексов очень и очень простой, легкий и быстрый. Такой кекс украсит любой праздничный стол. Итак, начинаем приготовление вкусностей. В миску я добавляю 2 яйца, добавляю сахар и взбиваем все миксером. Теперь я добавляю сюда молоко и добавляю сюда масло. В миску я добавляю муку, добавляю разрыхлитель и ванилин и добавляю какао и все перемешиваю. Теперь мы соединяем жидкие и сухие ингредиенты. На сито я высыпаю сухие все ингредиенты и просеиваю. И перемешиваем все. Теперь берем вот такие бумажные стаканчики. Я немножечко смазала сливочным маслом внутри. Берем стаканчик и наполняем тестом наполовину. Вот так получается. Отправляем наш десерт в духовку и выпекаем при температуре 160 градусов в течение 20-25 минут до сухой шпажки. Смотрите, как печет ваша духовка. Сейчас мы готовим крем. Для этого взбиваем сливки. Добавляю сюда сахарную пудру. Крем получается. Я еще добавляю сюда цедру одного лимона. Перемешиваемся. Крем наш готов. Дорогие друзья, я прошу прощения за мое упущение. Дело в том, что я не нажала на запись, когда вытягивала из кекса в серединку. Вытягивала я с помощью этой овощечистки. Вот уже остался один кусочек, больше не на чем показывать, потому что уже все съели. С помощью этой овощечистки я вот так вот вынимала эту серединку, вытаскивала. Она вытаскивается очень просто и легко, потому что все мягенькое. Так что еще раз простите меня за мое упущение. А теперь берем наш один кекс и наполняем серединку кремом. Вот такая красота у нас получается. Украсить можно по-любому, как вы хотите. Вот такие красивые кексы у нас получились. Они очень вкусные. Готовятся очень просто, быстро и легко. Приготовьте и вы для своих родных. Такие кексы украсят любой праздничный стол. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, ставьте лайки, поделитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже приготовят такую вкусность. Благодарю, что смотрели мое видео. Желаю вам всего доброго, приятного всем аппетита и до встречи в новых видео. Всем пока!